После школьных торжественных линеек, первых уроков знакомств, встреч с друзьями-одноклассниками и обмена впечатлений о каникулах, День знаний продолжился в общегородском масштабе у здания администрации Петрозаводска. Карсон шумно сзывал друзей вместе с почтальоном Печкиным и всей честной компанией. Вниманию школьников были предложены разнообразные увеселения, представления и развлечения, которые можно было выбрать на любой вкус. Мастера всех жанров и стилей работали на празднике, пытаясь компенсировать капризы погоды легким настроением. Представители торговли предлагали детский товар на любой вкус, а мороженщики утоляли жажду своей холодной продукции. Кстати, сегодня на празднике было съедено 25 тысяч порций мороженого, а всего город употребил за этот день аж 6 тонн. Надеемся, что удовольствие от наступившего учебного года пропорционально мороженому рекорду. И была у них кошка, Мурка. А вот Мурка сейчас появится из этой шапки. Ну, шапка как шапка. Сейчас по рамке!